с объявлением независимости наша молодежь имеет полную информацию, возможности пребывать за рубежом, обменяться опытами. И действительно, они воспользуются этим. Соответственно, возвращаясь домой, учитывая опыт, приобретенный за рубежом, участвовали в стремительном развитии нашего Казахстана. Ну, ахтубинская молодежь тоже, как и молодежь Казахстана, имеет такие же возможности. Я поступил в Башкирию, в город Уфа, в университет УГНТУ на профессию гражданское промышленное строительство. Больше привилегий, чем у других для меня городов. Он очень красивый, очень много зелени, очень интересный город в плане архитектуры и так далее. Именно для моей профессии там будет большое развитие. С детства я вообще люблю Китай, и это было моей мечтой поступить за границу, и вот я решила. В Китае, по идее, очень много казахстанских студентов, но в нашем университете не так уж, ну, можно сказать, 10-15 студентов. После окончания я обязательно это планирую вернуться в Казахстан и работать в Актюбинске.